Недавно в Государственном Кремлевском дворце прошел большой концерт певицы Зары, который отмечает уже 20 лет на сцене. Кто из звезд спел дуэтом с певицей и каково выступать на главной площадке страны, узнаете в репортаже. Потрясающе талантливая певица Зара отметила 20-летие своей творческой деятельности на сцене Государственного Кремлевского дворца. Режиссер Алексей Голубев собрал разноплановую программу певицы в так называемое «Путешествие во времени». Классические романсы и баллады, современные песни и запоминающиеся дуэты. Концерт будет проходить в сопровождении симфонического оркестра. Режиссер Алексей Голубев. И это все соединить. Потом у нас очень много гостей. Я очень рада, что мои коллеги, непревзойденные просто артисты, это и Дмитрий Певцов, и Николай Басков, Стас Михайлов, и Андрей Бучель пришли меня поддержать. И, конечно, вот это вот все вот как-то вот соединить, плюс еще прекрасную хореографию Сергея Черкасова, видеосъемку, телевизионную съемку под руководством Ильдуса Курмалиева, все это немножечко сложно следить, потому что каждый задействованный человек, он гениален. И вот этих гениальных людей нужно как-то совместить. Это особый этап моей жизни, я думаю, в жизни любого артиста, потому что лучшая площадка страны. И мне кажется, я и мой коллектив к этому уже были готовы. Дело в том, что, да, мне 33 года, но я уже 20 лет на сцене. Мой первый альбом вышел, когда мне было неполных 13 лет. И мы решили, или сейчас, или никогда. Этот год для нас был очень продуктивным, очень ярким с творческой стороны. И мы решили его завершить таки грандиозным концертом в Кремле, выходом нового альбома, который называется «Миллиметр». И я очень надеюсь, что все получится, потому что сердце так колотится. Я думаю, что все должно получиться. Дмитрий Певцов исполнил с Зарой номер «Ах ты, степь широкая». В дуэте со Стасом Михайловым прозвучал хит «Спящая красавица». Яркий Николай Басков исполнил партию в песне «Ты мне поверь». А композиция «Любовь на бис» прозвучала под аккомпанемент Виктора Дробыша. А выступление легендарного Андрея Бочелли стало подарком для всех зрителей. Она совершенно очень тонкий человек, который чувствует и старается, чтобы было всегда комфортно и удобно. Я бы сказал, что для такого статуса звезды она слишком скромна. Я хочу пожелать, чтобы эти 20 лет, они были как трамплином к началу чего-то еще больше интересного и большого. В этот вечер Зара устроила для своих поклонников не просто концерт, а целое красочное шоу. Музыканты, танцоры, красивый видеоряд и потрясающие спецэффекты – все это создавало волшебную атмосферу. Дорогие мои, спасибо, что вы у меня есть. Спасибо вам огромное за поддержку. Я очень надеюсь, что я не буду вас разочаровывать, а буду только радовать. А вам хочу пожелать в новом 2017 году радости как можно больше, счастья, любви и понимания. Ваша Зара.